И новый еще не включили, пассажирский старый. Смотри, продолжай разбираться. Так. Ну, все уже. Мои тут. Все уже, закончились. Даже фальшивые уже начинают. Так. Я тебя люблю, дорогая. Говорю я тебе вовремя. Да я думал, не хуже тут намного. Ну, ты думал, сюда я не смысл. Шестнадцатый, по-моему, да? 17-й, да. Кстати, уже дверь поставили, как всегда, кстати, обратил внимание на 16-й этажке. Звук такой. Обратил внимание на 16-й этажке, вот в Валерской 16-м, как нельзя поставили, а после 16-го... Значит, видно, раньше из какого-то года уже... Изменили, Щербинские решили теперь всегда ставить. До этого тут всегда КМЗшки ставили. Ну, я знаю. Теперь будут вместо КМЗшек всегда щелзы. Давай на один этаж почему-нибудь. Давай, знаю. Так, тут дверь такая же. Кнопочка загорается. Здесь один прикол какой есть, хочешь покажу? Залипайка-загорайка? Помнишь, я снимал? Это Эриф передразнивал сейчас. Ну а мало ли что, всякое бывает. Смотри. Да, я видел уже. Да ладно, это тебе не залипайка, что да так. Да я знаю, смотри. Ну вот, взял, сжег. Чуть не сжёг кнопку. Всё равно поедет, я уже проверял несколько раз. Так же, как в Рязани на Веденской 67, второй бат, я тебе показывал. Смотри, здесь уже поставили, видишь этот замок? Ага. Здесь, а раньше его, по-моему, там. Да. У меня в лифтах на левой стороне у обоих. Долго. Ладно. Хочешь тут стой, хочешь со мной иди. Куда? Еще на один. Голый вызовник. Не загорается. Сломался, что ли? Блин, что за фигня? Лифт не работает. Лифт не сломался, что-то, кажись. Не знаю. Слышал, прям остановился. Понятно, в общем, все.